В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 23-летнего красноярца, у которого при себе был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. В ходе обыска в его квартире было обнаружено еще более килограмма такого вещества. Проведенное исследование показало, что это синтетический наркотик общим весом около 1,5 килограмма. Также сотрудниками полиции был задержан 22-летний гражданин, который намеревался приобрести данный наркотик для дальнейшей его продажи посредством закладок. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 и 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт и пересылка наркотических средств». В настоящее время подозреваемые арестованы.